Кто споет нам на ночь песню, чтобы сладко мы заснули? Кто добрее всех и чудесней? Ну, конечно же, бабули. Лови топ историй о бабушках. Первая книжка «Я люблю тебя, бабушка» Джиллиан Харкер. Мишка растет очень любознательным медвежонком и любит спрашивать всех обо всем. К счастью, его добрая бабушка-медведица всегда рада рассказать непоседе, что, зачем и почему. Куда же в жизни бездельных и мудрых советов бабушки? Вторая история «Любви хватит на двоих» Джейн Чапмен. Однажды жизнь совенка по имени Пушок переворачивается с ног на голову. Бабушка знакомит его с маленькой сестренкой по имени Сплюшка. Но Пушок совсем не рад, почему сестренке достается столько любви и внимания. И почему бабушка Совунья больше не играет в его любимые игры. Неужели Пушка больше не любит? И третья книжка «Бабушка меня любит» Елены Ульевой. Что такое бабушкина любовь? Это тепло и ежедневная поддержка. Бабушка дает мудрые советы и читает сказки. С ней всегда легко и никогда не бывает скучно. Три увлекательные истории про трех отважных малышей и их заботливых бабушках расскажут именно об этом.